сегодня 29 июня 2020 года. Хочу высадить подарок Федора Чекитенко и Егора Гребнева. Сорт песчанский грецкого ореха и как Голчана. Песчанский я посадил, Голчана сейчас сажаю. Грамм по жидкости. Здесь алюминий, металл, нитки, нихром, портан и кусочек алюминия. Вот еще червончики и кусочек некондиционного золота. Сейчас засыплю перепревший немецкий навоз. Померим еще поднять надо, она еще присядет. Еще конская надо. Прививал его 27 на 3 20. Это все получаем. Черенки мне выслал Егор с Ростова. Отправил Николай Федорович Китенко. Наш уважаемый ореховод. Если он увидит это видео, пусть что начало орехового сада в Молдавии. Районы Кавказских гор. Посадка. Скоро навоза добавим.
переводка. Сейчас все окучу и сверху замульчирую сухой травой, у меня есть из семян и буковая после рубанка стружка. Вот этот песчанский, только что его высадил. Здесь у меня подвой стоит, еще один подвой кавказский. Это сортоформа Зоя, замещающая ореховое ядро. Здесь есть семенной саженец и еще шкук. На окончание я прорыхли. Подсыпал перепревшего кольцкого навоза. Поверх сорняков. Тут сорняк без семян, бузина, амброзия еще не успела свести. И не забил. Смотрю, земля там промокла. Еще раз водичку смачиваю пилки, чтобы они приклеились к сорняку. Все, песчанский пассаж. Сейчас пойдем к уголочам. Thank you.
пещеру. Бузина. Камбузия. Щипнул ухо ему. Через дня 13. Все, посадка завершена. До свидания. Всем добра и всего хорошего.